это политическая партия, коммунистическая партия социальной справедливости, Онищенко Ольга Ивановна, Вологодское областное отделение политической партии, коммунистическая партия Российской Федерации, Морозов Александр Николаевич, Вологодское региональное отделение политической партии ЛДПР, Ширикова Ольга Станиславовна, Всероссийская народная партия, Народный альянс, Петриенко Вадим Алексеевич, региональное отделение политической партии, партия ветеранов России, Тюрин Вадим Александрович, региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина», Рылеев Алексей Валерьевич, региональное отделение политической партии «Справедливая Россия», Савойскина Маргарита Ираклиевна, и Вологодское региональное отделение Всероссийской партии «Единая Россия», Кувшинников Олег Александрович. Мы видим достаточно большую активность, я думаю, что это будет интересная конкурентная кампания.